В этой районной больнице Ивано-Франковской области обходятся двумя УАЗиками. По горной местности они колесят каждый день. Один 10 лет, другой 11. При том, что срок эксплуатации скорых вдвое меньше. Хочется плакать, что у нас такие машины есть. Машины обладнаны самым элементарным обладнанием. Есть электрокардиограф, есть дефибриллятор. И, в принципе, больше ничего нет того, что могло быть у современных реанимобилях. Вот они, новенькие скорые, которых ждут в регионах. Свой товар поставщики демонстрируют прямо во дворе Минздрава. А в самом ведомстве тем временем озвучивают цены. На 920 миллионов гривен хотят купить свыше 1400 оснащенных машин трех классов для транспортировки больного, оказания экстренной помощи и реанимобиля. На заказы, объединенные в 10 лотов, претендуют 11 участников. У тех, кто согласился дать интервью, претензий к организаторам конкурса нет. Судя с того количества предложений, которые вы видите, я думаю, они сделали даже больше того, чтобы эти торги были прозрачные и понятные. За процедурой внимательно следят народные депутаты от фракции «Батьковщина». У них своя арифметика. Можно было вытратить на купивлю такого же автопарку меньше сумму грошей. А на скинке? На 200 миллионов гривен. Депутаты лично осматривают каждый представленный на выставке автомобиль. Обладнання немає. И мы звернулися до генпрокурора, що є інформація, що одним з переможців буде дана фирма, и что обладнання будет сюда ставитись китайское. Замминистра эти претензии считает безосновательными. В доказательство прозрачности процедуры указывает на экран с трансляцией. А как переможець может быть відомий, когда открывается и права считать? Конечно, нужно відомий. Цена, безумовно, это один из знаков. И самое главное, это відповідність ДСТУ. ДСТУ – это державный стандарт. Определять победителей тендерный комитет будет уже за закрытой дверью. На это отводится 20 дней. В регионы же новые скорые отправятся не раньше марта. После финансирования из госбюджета у поставщиков по закону будет 3 месяца на выполнение заказа. Инна Христич, Сергей Монасков. События.